Йо-йо-йо, здорово, народ! И сегодня с вами играем через Хасл. Закидываю я 500 рублей на аккаунт. Опа, пешеходные переходы. Так, ну что, выбираем, выделяем. В общем, посмотрим, ребята, что нам выпадет с рулетки на 500 рублей. Все, полетели. Донат полетел. Ух, интересно. Давно я такую рубрику не делал, но да ладно, пусть будет. Интернет крутится, лавеха мутится. Короче, закинули 500 рублей. Сейчас уже должна пройти платежка. Своих личных денег, ребята, закинул чисто. О, все, короче, выполнено. Все четко, заходим в игру. Вот прям вот буквально только вчера я подумаю, а что бы еще бы попробовать отснять? И, блин, а давно я такой, блин, рулетку вообще давно не крутили. Вообще еще, я, наверное, крутил рулетку еще на моей основе, на прежнем аккаунте. Это было прям так давно, и думаю, блин, а почему бы просто хотя бы не посмотреть, что нам выпадет рулетки на 500 рублей? И причем мы это все будем делать через Хасл онлайн. Вот так вот, вот такие дела. Так, кар, а почему я не могу Рейден, получается, он был припаркован в другом месте? Ба, капец. Ладно, берем тогда буханку, вот, на буханке, на инкассаторке поедем и с вами посмотрим, что все-таки нам выпадет за эти деньги, за донат. Ну, буханочка, кстати, я вам скажу, не такой уж и плохой транспорт, блин. Вот серьезно, сейчас мы его только заправим топливом 92-м и полетим. Не, просто в чем интерес этой буханки, мне прям нравится эта инкассаторка, тем, что она проезжает вообще все преграды. То есть она нигде не застревает, реально крутая вещь тем, особенно вот с моим везением, как я вожу, особенно когда игроки, кстати, блин, нифига себе, у нас игроков 600 человек, блин, офигеть. В общем, может быть, еще попробуем ко всему вот этому всему сладкому поиграть еще в казино. Может быть, там что-то попробуем поднять, если получится. Если, ну, скорее всего, конечно же, с моим везением, я знаю то, что солью все это дело, ну, да фиг с ним. Блин, не, кайфую от буханки, конечно, бы еще бы не мыльные текстуры бы сделать на ней, и будет вообще кайф, реально круто. Опа, что ты делаешь, бля, вот всегда так, смотри, вот у меня такая вот пруха, давай, братан, на колеса встаем и едем дальше. Вот спасибо, спасибо, автомеханика, бля. Все, слов нету, мы, наверное, не доедем до казика. Я решил поехать именно в юшку. Потому что есть вероятность, сегодня вообще день казино будет. Так, так, пацаны, аккуратно, пожалуйста, у меня бронированная, кстати, буханка, если что, так на самом деле-то, на минуточку-то. Вот, сегодня будет день у нас казино. Все деньги, которые я буду получать, наверное, я все буду сливать именно на донат обратно ко мне на счет. И будем крутить, 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 крутить. Вот, крутить будем до того момента, пока, может быть, какая-нибудь годная тачка не выпадет. Вот, нас интересует, получается, что, гелик, нас интересует RS7, и нас интересует, выпадает с рулетки еще M5 F90. Вот. Но 500 рублей на рулетку, это очень мало. Поэтому будем все возвращать. Я, наверное, вообще ничего брать не буду. Вот. Но там сейчас посмотрим, что будет выпадать. Не, единственное, что бы я бы взял бы, наверное, с рулетки, это все скиллы на оружие. Вот, это бы пригодилось, хотя с Хаску это, может быть, вообще не нужно-то. Так, где-то тут у нас, наверное, будет поворот. Где-то тут, сейчас. Я уже, блин, я уже забыл даже, где поворачивать, куда сворачивать, и где находится это казино. А, нет, стоп, блин, стоп, я проехал, сейчас развернемся. Так, все под контролем, все нормально, все четко, ребята, я ничего не забыл. Во, а, точно, возле этого здания, прямо напротив аукциона, у нас будет казик. Вот, на руках у нас всего 296 тысяч, меня сейчас еще пятак, наверное, заберут за вход, и у нас останется всего 290к. Ну, деньги я, кстати, тоже не буду забирать, я именно хочу прям прокрутить 500 рублей, но там, получается, будет больше, потому что мы все равно какую-то монету будем возвращать. Так, а где мы можем оставить свою буханочку? Буханочку. Так, нет, тут я не могу оставить. Вот, наверное, где тачка стоит, он прям туда же... О, смотри, смотри, она прям ей пофигу. Она этот бордюр вообще просто плевать хотела. Эта буханка, она вообще...
Блин, ништяк, она реально все прям преодолевает, любые преграды, любые сложности, прям тачка для меня. Кайфую, реально кайфую. Давай, братан, казино, дай нам что-нибудь, хотя бы пырик какой-нибудь. Да, кстати, я бы и пырик, да, за, наверное, себе бы и забрал бы, потому что, ну, пырик, че, это вообще тачка огонь, тем более ее, по-моему, насколько я помню, добавили в эконом-класс. Поэтому ее тоже можно юзать. И почему бы нет? Особенно, когда у нас пройдут 35 часов, нам дадут золотую випку. Вот, кстати, золотую випку я бы еще бы забрал бы. Ну что, все, мы прям не ждем. Все, 510 у нас на счету есть. Ладно, 10 рублей там плюс-минус туда-сюда. Все, полетели, покрутили. Так, первое. Нам выпадает игровой опыт 4 XP. Но это нам вообще не на руку, ни к месту, ни к чему. Поэтому крутим дальше. Далее. Че, мы все, полетели. О, УАЗик, первая тачка, кстати, выпала. Тоже продаем. А че, она стоит там 30-ку, может быть. Дай бог, 25 она нам выйдет. Блин, патроны Дигл. 64 патрона. Пипец заманчиво, кстати говоря. Блин, Дигл нужно, но мы все продаем. Мы все продаем, мы все вообще... Блин, а у меня что-то, короче, зарегонилось, заспавнилось. Ладно, ладно, перезаходим заново. Не, ну должна высветиться оповещение. То, что сейчас мы можем опять крутить рулетку, играть колесо фортуны. Колесо фортуны это правильно называется. Так, рулетка это казино, а это казино фортуны. Ой, рулетка это казино. Что сказал? Короче, одежда, все продаем. Продаем и крутим дальше. Напишите в комменты, реально, что вам все-таки выпадало с рулетки. Потому что, ну, все равно знаю, ребята крутят. О, наколка, одна штука. Ба, вот эту вещь я себе оставлю. Наколка нам пригодится, считай. Наколку купить стоит дороже, кстати, насколько я помню. Вот, чё, кому падало с рулетки, напишите в комменты. Я потому что я помню на основе ещё за... О, 70к, блин, так заманчиво, блин. Но я не буду забирать... Просто прокручу, вообще все прокручу, поэтому посмотрим, чистый эксперимент, выпадет ли нам тачка или нет за 500 рублей донат. Вот, пока мы уже, кстати, прокрутили половину, реально, мы уже прокрутили половину, и нам выпадает сброс лимитов. Блин, я не знаю, что это такое, объясните мне, ребята, что такое сброс лимитов, прям вот кто может, прям, пожалуйста, прям пошагово. И это там для того-то и того-сего подобного. Черт, тачка. АК. Продаем. 260. Ну вот смотри, мы все еще в одном месте крутимся туда-сюда. 260 у нас остается. Так, 210. Полетели дальше. Опять бабки нам выпали. Приятно. Приятно, бонус. Но все равно хочется вот эта изюминка, знаете. Хочется вот эту изюминку, чтобы там выпало, блин, там, не знаю... Гелик. Блин, на основе у меня есть гелик с рулетки. Его даже еще не продал. Вот он у меня вот как есть стоковый с рулетки, кстати, он у меня так и остался. Помню, мне выпадал и РС-ка, я долго на ней ездил. И F90, блин, Сильвер опять. F90 мне на Артеме Мекове выпадала F90. Блин, она, блин, летит на Хасле все 300. Она реально 300 летит. Тачка просто пушка, блин, реально огонь. Вот, я по ней скучаю, конечно, но я ее продавал, потому что я... Опять бабки выпали. Блин, почему раньше вот так вот мне рулетка не выпадала, как вот сейчас мне выпадают бабки, да бабки. Бабки выпадают. В общем, да, дальше. Крутая тачка, я ее продал, потому что я себе кобру хотел. Я себе очень сильно хотел кобру. Для меня это просто, ну, вообще, это классика. Кобра — это такая тема, блин, я реально от нее до сих пор кайфую. И иногда, когда, ну, типа, заскучаю по ней, так, захожу, иногда так прокачусь, и все, душу отвел, все четко. Одежда, блин, братан, ну, что ты там, это самое то. Что-то, кстати, на самом деле, вот, если честно, лучше всего, наверное, донатить пакетами. Не знаю, сейчас после обновления убрали с компа пакеты, но с Хасла остались.
И поэтому с Хасла еще можно задонатить пакетики. Вот, там еще Gold VIP на 3 дня. Нифига жирно, как на 3 дня целых. Пофигу, продаем. Короче, на еще один паракрут нам пригодится. Вот, пакеты мы донатить. Плюс у нас сейчас идет X3. Ну, это для богатеньких, короче, информация. Вот, лучше реально донатить пакетами. С Хасла еще есть возможность донатить пакетами. Не знаю, как насчет... допустим, с компов. Но опять на 3 дня Сильвер. Ну что, Сильвер, голд дай мне. Дай мне голд випку. И вот голд бы я бы забрал там на 6... На 6, блин, мест тачек можно забрать. Все, но это была последняя. Вот. Такая серия получилась. Нифига нам, ребята, на 500 рублей. Что мы узнали? Прежде чем задонатить, подумайте, блин, несколько раз, посмотрите мои видео, учитесь, кстати, на ошибках. И опять же, рулетка на 500 рублей вам ничего не дала. Мне ничего не дала. И, скорее всего, вам тоже, она, скорее всего, вам тоже ничего не даст на 500 рублей. Донат лучше тогда уже было прокрутить через пакеты, вот если бы вы деньги хотели. Я чисто вот ради эксперимента все это сделал. Я даже деньги не забирал ради наживы. Просто было интересно, даст ли рулетка тачку. Не дала. Вот. А мы, кстати, продолжаем. Блин, да похеру. Поиграю я в казино на свои бабки, которые у меня есть на 300к. Как вы думаете, подниму я чего-нибудь или нет? Так, короче, на 200 фишек я купил... точнее, 200, на 200 тысяч я купил... сколько получается? 200 фишек. На 200 тысяч, 200 фишек. И все, полетели. Вон-то я с призраком играю уже. 50 фишек полетели. Йо-хо! На двоих. 3, 2, 1. Бай, выиграл. Это я сколько? 50к поднял? 50к поднял. Ну все, можно уходить. Все, бабки подняты. Можно уходить. Ну, блин, оно, да, на казино такое, блин, главное вовремя остановиться. Давай, братан, там создавай кто-нибудь какую-нибудь игру. Ладно, пофигу, играем на 22 фишки. Вот, чё, давай проиграешь. Сейчас я все проиграю, вот заценить. Вот, блин, вот прям вот чувствую, кстати, вы проиграли, ладно, ладно, ничего страшного, играем дальше. Блин, у меня, кстати, начало вообще не записалось. Я там уже много слил фишек, на самом деле. Вот. 33 фишки. Давай, пофигу. Давай, сейчас полетели. 33 фишки. Ну вот. В общем, рассказываю. Казино и зло. Реально играть не надо. Было у меня 290к. Осталось у меня сейчас 91к. И вот у меня почему-то все время одни проигрыши какие-то. Ну ладно, ладно, минус 12 фишек. Опять я проиграл. В общем, показываю, реально показываю, как прет мне, а как не прет. Выигрыш, 23 фишки. Но это вообще там копейки, болты. Представляете, я все скупил. Одежда какая-то. Так, ладно, обменять фишки. У меня осталось 62 фишки, представляете. Короче, ладно, на последнюю ставку идем. Из 200 фишек. Из 200 у меня осталось 62 фишки. Это 62 тысячи. Нам надо... Там пацаны играют по 110. Вот. Они играют по 110 тысяч, по-моему, на четверых. Или на пятерых, не знаю. Короче, ладно. Закинем бабки. Что нам надо еще? 40. А, нет, 50. 52 фишки. 58. 58 фишек. Так, короче, закидываем 58 фишек, допокупаем, короче, на последнюю ставку. Да, да, нет, нет, и уходим. В общем, а так все, казино зло, у нас 33 тысячи осталось и 120 фишек еще на счету. Ладно, вот, пацаны играют, на пятерых даже, по-моему, играют чуваки. Ну что, на сотку играем, братаны, как сюда взлететь-то, блин? Где тут свободное место есть, а? Как вообще сюда попасть? Ну вот сейчас мы обойдем чуваков. О, начать играть. Давай, давай. А, я не успел нажать. Они все это быстро делают, капец. Они капец это все быстро делают. А че, как мне присоединиться? Блин, надо выловить момент на игру. Охренеть, они очень быстро реально это делают. И я не успеваю просто залететь в игру.
Я реально, я просто не успеваю взлететь игру. Вот они по 100, по 100к кидают, короче, по 110к на пятерых играют. И вон там что-то даже агрится, по-моему, как-то. Блин, прикольно. Но я хочу залететь на последнюю прямо это... Играть в кости, играть на последнюю ставку, что, давай. Либо да, либо нет, и я пошел. Но, скорее всего, 1-5. Это очень, очень маловероятно. Есть! Есть, я взлетел, меня выкинуло. Капец, меня выкинуло. Я переживаю. Я даже не знаю, у кого сколько выпадает тут. Охренеть. А! 550к поднял. 550к поднял. Все. Все, на этом все. На этом хватит, хорош. Либо пал, либо пропал. Я выиграл. Жесть. Охренеть. Короче, все, блин, кайфую. А, все, пацаны, все, уходим отсюда. Казино это зло. Главное вовремя уйти. Все, пришли с 300к. Хотя бы что-то подняли. Там 150к, да, по-моему. Короче, вернули свои деньги. Еще и в плюсе оказались. Охренеть. Блин, ровно. Кворк. Эти, блин, короче, вообще. Вообще, блин, не передать эмоции. Вообще. Кровные. Вернул, еще и отбил, еще и в плюсе оказался. Ха-ха. Ля-ля. Сколько там? 58. 558. Охренеть. 550к возвращаю. Короче, залетел я на 250. 550к я вернул. В итоге у меня получается 580 тысяч на руках. Блин, неплохо. Не, ребята, я вообще не одобряю казино. Но... Иногда, вот знаете, бывает такой момент, когда хочется что-нибудь, знаете, покрутить там, знаете, как один раз в недельку там вискаря выпить, вот хочется иногда бывает, вот то же самое. Кому интересна инкассаторка, может, кто сейчас купит. Ладно, ребята, что, давайте, что, прощаюсь с вами. Всем чао, адьос, кокос, казино зло, помните. Вот, а я полетел, короче, спать. Может быть, скоро сейчас выйдет следующая серия. Ну, не знаю, посмотрим. Все, адьос, кокос, чао, какао.